Итак, ребята, всем привет! С вами канал Владелец аквариума, и я Дима. Сейчас речь пойдет о моем 5-литровом аквариуме. Я наконец-то закончил подставку для света для этого аквариума. Все фотографии, как я ее делал, я размещу в конце ролика. Кому интересно будет, посмотрите. Итак, как видите, поменялся немножко дизайн аквариума, поменялся грунт, чуть-чуть я изменил корягу. Ну, давайте поподробнее с самого начала. Вот общий вид, как это выглядит сейчас. То есть вот такая подставка из дерева. Дерево — это был брусок, рейка шириной 3 сантиметра. Деревянная. Собрано это все без гвоздей в качестве соединительного материала. Я использовал шпажки для шашлыков бамбуковые. Так, покрашено это водоэмульсионной краской MatLatex. Вот. По порядку, по светильнику. Светильник видно, не видно. В общем, светильник 5000 кельвинов или чего там, 5000, цветовая температура 5000 к, 10-ваттный, украинского производства, греется капец. Ну, что самое примечательное, тут даже вот радиатор. Это не радиатор, это просто пластик. И пластик довольно-таки серьезно греется. Скорее всего, я поменяю. Посмотрим. Посмотрим дальше. Такой светильник в Украине у нас стоит 85 гривен. Так, дальше по фильтру. Фильтр остался все тот же рюкзачок, который был. Я его почистил, привел в порядок, и он опять работает. По коряге. У коряги я убрал одну ветку, отпилил. Их было 3, теперь 2. Ну и один этот отросток. Вот, мох на коряге так и остался. Вот, то есть так и есть. Дальше, что по растениям. Значит, вот я добавил сюда кусок лавы. На лаву прикрепил детки анубиса. Лавы там 4 кусочка. Оставил также мох, который я выловил в Днепре, мох ключевой. Вот, по почвопокровке. Это то Монте-Карло, которое было, ну, кто наблюдает за этим аквариумом, это Монте-Карло, которое было в корзинке, подвешенное там на задней стенке. Вот, я этот островок с Монте-Карло разобрал и посадил его. Грунт. Это кварцевый песок. Грунт я взял откуда? У меня в большом аквариуме, также кто наблюдает, там был сетняк в корзинке. Вот, с грунтом, с питательным грунтом Ермолаева. Вот. И кварцевым песком. Вот, я взял питательный грунт Ермолаева, промыл, там оказались частицы керамзита, смешал с кварцевым песком. По краям у меня вот тут простой грунт, и посередине я насыпал новый питательный грунт Ермолаева и засыпал опять же вот этим грунтом пустым. Вот, фотография того, как я это делал, тоже будет там в конце среди всех фотографий. Вот, собственно, по этому аквариуму на данный момент все. Дальнейшие изменения, какие будут, я буду публиковать, буду делать новое видео. А, да, еще по воде. Вода. Воду я взял с большого аквариума для того, чтобы тут запуск произошел довольно-таки нормально.
Еще вот растение, которое он там в левом крайнем углу. Это то растение, которое тоже принес из Днепра. Посмотрим, как оно тут переживется. Вот оно выходит даже на поверхность. В природе оно так и росло. Ну вот, в общем-то, и все. Внешний вид аквариума. Живности тут пока никакой нет. Улиток я всех убрал, но, скорее всего, какие-то появятся. Вот. Потом, возможно, добавлю креветок позже, когда тут все устаканится. Ну, теперь будем ждать, как все разрастется и что как себя покажет этот светильник и вся моя конструкция. Вот. На этом спасибо за внимание, ребята. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, комментируйте, спрашивайте. Всего доброго. До скорых встреч.